Выставка «Весенний вернисаж» вновь радует жителей областного центра. В Музее современного искусства ее проводят два раза в год – весной и осенью, но название не диктует тематику. Любой художник мог представить на суд зрителя свои работы без разделения на жанры и технику. Вернисаж – это всегда разнообразие. Разнообразие имен, здесь больше 26 авторов, разнообразие техник, разные уровни. Кто-то только вчера взял в руки кисточку, а кто-то уже давно и плодотворно работает и известен не только в нашей области, но далеко за ее пределами. На полотнах, выполненных в разных стилях, авторы запечатлели не только красоту окружающего мира, но и свои чувства, настроения. Самоучки. Ну, где-то там журналы художник давно выписывал, почитывал маленько. И вот потом после на пенсию пошел, и вот уже 7-й год я занимаюсь живописью. Ну, сначала начал это в стиле Ростова, ну, потом решил природу писать. Материалы также были разнообразны – акварель, графика, масло. Среди художников были как именитые мастера, так и совсем юные. Среди молодых авторов – Алиса Савчук, приехавшая из Теплоозерска. Для нее эта выставка – дебют в художественном мире. Это, получается, первая моя такая грандиозная выставка, можно сказать. Я принимаю участие первый раз, надеюсь, не последний. У меня здесь в общей сложности 5 работ. Они довольно разных жанров. Их объединяет лишь то, что большая их часть написана акварелью. В основном я пишу акварелью. Это акварель по мокрому листу, техника. Увидеть своими глазами выставку все желающие смогут до конца мая. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21.